Привет, это гороскоп, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Возможно, поездка, которая обогатит ваш жизненный опыт. Телец. Если в этот день вас ожидают какие-то романтические приключения, то лучше быть к ним готовым. Близнецы. Представители вашего знака в этот день буквально рвутся на сцену и сыграют один из самых ярких спектаклей. Рак. Этот день неблагоприятен для действий, в которых очень важна фортуна. Лев. День в целом будет счастливым, но немного напряженным. Дева. В этот день вы окунетесь в водоворот смутных предчувствий и романтических увлечений. Весы. Это будет время интеллектуальных мер и эмоциональных развлечений. Скорпион. Особое внимание в этот день уделите младшим членам вашей семьи. Стрелец. Будьте спокойны, звезды распорядились, чтобы в этот день вы никуда не опаздывали. Козерог. В личной жизни продолжится полоса новых знакомств и увлечений. Водолей. В этот день для вас существует опасность попасться на чей-то крючок. Рыбы. Этот день может стать для вас самым бурным за последнее время. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!